Сказала. Сказала? В этом году Пасху празднуют в Киеве еще более интересно, чем в прошлом году. Писанкам, яйцам поставили, добавили еще и зайки. Но дальше будет большая экскурсия. Вот красивая стрекозка. Только что сфоткал вот ту прекрасную тетю. Вот она. Она всех просит, чтобы с ней сфоткались. Зайка-анимашка японская. Скоро будут позже. В этом году на выставке писано в Киеве новые экспонаты. Зайки! Настоящий пасхальный символ. Посмотрите, настоящее христианство. Настоящий пасхальный христианский символ. Есть вот такие вот зайки с крыльями. Вот, зайка не пойми кто, неинтересно, вот зайчик с красивыми глазками. И с бабочками на жопке. Вот зайка, ну смотрите, в прошлом году зайк не было, в этом молодцы сделали. Очень, зайки нравятся всем. Смотрите, зайк реально очень много, очень красивые. Вы можете их рассмотреть. Вот просто я хочу быстренько, но вот очень красивый зайка. Зайка, да еще и с оленем. Настоящая Пасха. Настоящая. Настоящее христианство. Очень, я очень рад, что возрождается. Как красиво. Это просто счастье. А вот какой красивый символ. Символ. Символ святого спасения человечества. Яйцо. Класс. Ой, вот красивый зайчик. Мне почему-то их хочется назвать не зайчик, а зайка. Христианский символ. Я боюсь даже представить, что будут скоро на кресте рисовать. А вот зайка-улитка. Ой, вообще класс. Ой, он правда он похож на улиточку и зубки. Класс. Зайчик-смайлик. Это зайчик больше похож на кролика. Слушайте, в этом году реально яиц нет. Я пришел смотреть на писанки. Ой, сейчас сфоткаю. А потом можем вместе. Удивительный христианский символ. А может, это что-то языческое? Зайчик, солнце. Прям, ну Пасха, пока что Пасха. В этом году еще Пасха, еще христианская. А вообще, зайцы, яйца и вот такие вот красивые языческие солнца. Вот такие зайки. Да, я думал, будут писанки, но поступили более креативненько. В этом году зайки. Такие разрисованы. Каждого зайку разрисовывают. Я так понимаю, это форма одна какая-то отлитая, но разрисовывают их уже
памятник Богдану Хмельницкому. Очень красивое дерево, такое желтое вообще. Это искусственное. Возле него все фоткаются, но мне не хочется. Главное яичко всех праздников тут все давно. Ну и небольшой такой тур по... Тоже всякие штучки. И вон туда, до Михайловского Златоверхого собора, я тоже сейчас подойду и, надеюсь, не кончится батарея. А вот такая площадь. Там еще были деревья с яйцами, но такое. Движение, как в Нью-Йорке, практически. Это оживленная улица. Здесь пересечение разных улиц. И на период праздника почему-то не перекрыли движение. Хотя сделали из двух частей площади. Там часть праздника и здесь часть праздника. На Михайловской площади и на Софиевской. Вот так вот. Смотрите, какая крутень. Пройди под зайкой называется и коснись этих фигнюшек. Ну круто же ведь, правда? Правда. Это называется язычество в разгаре. Каждый проходит и должен дотронуться до яичек. Прекрасные языческие символы. Ну, пока что считающиеся христианскими. Вот и яйца. Руку убери. Вот это уже... А, вот они. Вот здесь... Ой, извините, здесь уже яйца сделали из чугуева яичка. Чугуевцы такие одаренные люди. Красиво нарисовали, я имел в виду. А, смотрите, здесь уже красивые яйца пасхальные сделаны. А там расрисованные зайки. Я даже не знаю, что в следующем году придумают. Вон петушок. Какой золотой гребешок. Класс. И вот все люди могут идти, какие красивые девушки. Честно говоря, прям лучше, чем яйца. Вот это называется писанки, правда? А не вот эти вот халабуды. Это отель Хаят. О, вот отсюда яички. Такое ощущение, что эти яйца висят прямо из кролика. Вот простите меня, но это же я так сказал, да? А эти яйца кто-то повесил, понимаете? Ну вообще. И дальше все святое закончилось. Как в анекдоте, здесь нет ничего святого. Пришел один в Государственную Думу. Так вот, как в этом анекдоте, вот эта зона уже без ничего святого. Здесь вот такие вот вкусняшки. Я вам в прошлый раз тоже снимал. Ну вот тут украсили еще яйками. Яйки — это яйца по-польски, по-моему, мне так казалось. Кто голоден? Почему-то эти деревья не распустились. Они — это колоновидный дуб. Вот они, дубы. Я раньше думал, что это тополя. Но это дубы, прикиньте. Да, толпа такая. Я просто уже сейчас выключусь. Я хочу посмотреть, что там. О, гриль. Вкусняшки, вот эти сладости всякие. Восточные, не только восточные. Ох, живой огонь. Хатка. Хоть бы не сгорел мой. Сколько иностранцев, вау. Тоже откуда-то, не понятно. Папа, кричит папа. Я думал, какой-то нанаец ребенок. При всем уважении, что не имею против. Класс, вот сидишь, а рядом автобус проезжает. А, классное место прям сидеть. Ладно, пойдемте.
Здесь надо проявлять решимость, потому что здесь нет никакого... Мы пока не пойдем, они не остановятся. Все, видите? Без светофора, без ничего можно просто идти, и они остановятся. Сила силы действует, друзья. Как бы там ни было. Вот монетки вам такие могут отчеканить. Казаки, разбойники. Я смотрю, чтобы у меня не... Как бабушка говорила, наши стёбнули ничего из рюкзака. Ой, этот гриль пусть кому-нибудь сегодня приснится. Класс же, да? Ну классно. А вот бублики. Всякие-привсякие. Здесь уже пахнет вкуснее, я могу вам сказать. Реально вкусно. Здесь уже повеселей. Ну еще толпень. Писанки из Краматорского училища сделаны, кованые писанки. Их же можно и оставить, это ж кованое, оно будет, ну вот оно большое такое, и их можно оставить, кстати, да? Было бы прикольно, прям в парке в каком-то, феечке. Здесь еще деткам показывают, как разрисовывать яйца. Или, может быть, кошечек. Смотря какие у вас, как бы сказать, это яйца, кошечки и, ну, смотря каких вы идолов верите. А вот яйца развешаны вверху. О, ну это вообще, конечно, новаторство. Представляете? Есть, были летающие коровы раньше, а сейчас летающие яйца. Это, наверное, вот писанки с прошлых годов. Их все подвесили, что им стоять. Класс. Вот какая-то мягкая писанка. Прикольно вообще. Сзади меня зайка тоже. И люди проходят и как-то все трогают за яички. Прикольно. А вот это вот Михайловский Золотоверхий собор. Он был реконструирован совсем как бы не очень давно. Очень красивый внутри и старинный реально. Тут было вокруг него много построек, монастырь, как кажется. Но очень красиво. Сзади него там фуникулер Министерства иностранных дел. Здесь уже как бы ни яиц пасхальных, ничего нет. Но люди идут в церковь. И он даже снимает телеканалы, новостные сюжеты. Песенки звучат. Христос воскрес. Вот слово Христос, единственное, что вообще о Боге я нашел. И иконки на одном из пасхальных яиц. Какие красивые. Прямый эфир. Вот мы засняли даже телеканал. Обалдеть. Дуже гарне. Організатори фестивалю. Це організатори фестивалю, до речі, були у нас. Ой, народ гуляє. Вот это все. Михайловська площадь і площадь бідна Софіївська. А, фестиваль. Це, мабуть, зараз якісь віруючі будуть петь. Да. Ну да, надо же. Христос воскрес. Пальми. Камень, типа отваленный. Я закончу, наверное, на красивом кадре. Мне очень нравится архитектура старая. Такое солнышко. Там, кстати, в этой башне, кто не знает, действует музей. И можно туда пройти. Стоил в том году 14 гривен. Можно подняться на колокольню, пройти по нескольким музейным этим штукам. Ой, можно с ангелом сфоткаться. В общем, подняться на колокольню и пройти по нескольким музейным помещениям. Очень красиво, старинные экспонаты и все такое. Класс. Я сейчас сфоткаюсь. Вот это работа. Работать ангелом. Круто. Я сейчас засниму вот так. Его тут нема. Бо він воскрес.